Отделение спортивной школы Олимпийского резерва номер 8 имени Владимира Соколова готово к приему новых воспитанников. В детском велоклубе, расположившемся в помещении бывшей теплицы средней школы номер 42 на левом берегу, совсем недавно завершился ремонт. Оно приобрело очень такой, как вы видите, очень благосклонный вид, где можно прийти, переодеться, и теплое помещение, где можно заняться физическим упражнениями, чтобы в дальнейшем уже выйти на трассы, которые расположены на территории 42-й школы, и заниматься уже любимым спортом, BMX-спортом. Ремонтировать помещение начали в прошлом году. Возвели новые стены, крышу, провели вентиляцию, электричество, установили радиаторы. В велоклубе планируется открыть секцию для детей в возрасте от 2 до 5 лет. Закупили беговелы, шлемы, наколенники, налокотники, форму и многое другое. Обновление инфраструктуры стало возможным благодаря выпускнику спортшколы, профессиональному велогонщику, который изъявил желание помочь родным пенатам и пожертвовал на ремонт и инвентарь более 1 миллиона рублей. Николай Черкасов, член сборной России, спортсмен команды «Газпром Русвело», претендент на участие в Олимпиаде в Токио. Сейчас он находится на сборах в Италии и за своим проектом велоклуба следит пока дистанционно. Чтобы у деток был стимул, мы заказали очень много бутылок для воды, которые впоследствии они будут получать за хорошие результаты. И, конечно, самое главное – это дисциплина. Для тренеров-спортсменов будет сделана единая форма. Это в первую очередь ответственность за внешний вид на тренировке и поддержание командного духа. Я уверен, что наш проект повлияет на развитие и популяризацию велосипедного спорта. Мы будем выезжать на спортивные мероприятия городского уровня, выезжать на показательные выступления, на массовые мероприятия, организовывать на базе школы местные соревнования. Главная цель проекта – это закрыть дефицит спортсменов, постараться вырастить новое поколение спортсменов и дать работу молодым специалистам. Пока Николай Черкасов готовится к международным соревнованиям в Европе, его супруга Алиса, тренер клуба, ведет набор детей в спортивные секции. Николай говорит, что я вспомнил, что это моя база, что я там начинал, и я хотел бы, чтобы ты, я помогу с ремонтом, а ты занималась там. И вот мы постепенно развивали эту идею, все-таки решили, что сделаем здесь филиал беговелов. Здесь будут маленькие совсем детки, и они должны приходить, это должен быть светлый зал, чтобы у них спорт и вот эти тренировки ассоциировались с чем-то светлым, чтобы им было приятно каждый раз сюда возвращаться. Тренировки на беговелах формируют у детей базовые навыки велосипедного спорта – равновесие, координацию и реакцию. Секция беговелов спортшколы номер 8 станет хорошим подспорьем в подготовке будущих спортсменов омского велоспорта.